was beautiful like diamonds ever. Пошумим он на ринг, пошумим! Ребят, привет! Короче, вчера в клубе с Эльдариком были. Увидите видюшку, и повеселились тоже, потанцевали, такой клубик, да? Покушали сейчас, видочек здесь неплохой. Сейчас на море купаться идем. Эльдар, около памятников тебе нравится, ну, сниматься? Не любишь памятники? Есть же люди, вот, например, в Казани, около каждого памятника, да? Ну, Ленину, тому, около, да, него, вот. А вы любите сниматься около памятников? Дарик пошел две шаурмы заказывать вкусные на углях. Съели с Ильдариком по шаурме, выпили немножко пива. Не, я все рассказываю. У нас, короче, с нами в отеле, можно сказать, ночует один мальчишка, Егорка. И вот он что он делает? А он ночью, а? Страшно рассказывает. Страшно. Короче, он ночью встает и бежит, орет. Мы в шоке, мы за одеялом. А-а-а! Ну типа, что случилось? Он, да ничего, так просто. И Ильдарик постоянно смеется, как вспоминает. Хоть и ничего смешного не было, а страшно просто. О, тут пенная пушка. Дискотеки тут, вон, видели, пенка была жесткая. Дневная.
на базу отдыха, короче, приехали. Чёртовы ворота называется. Сейчас вам покажу немножко. Ильдарик там шашлык делает. Решили немножко природы, все равно же в Сочи. Подготавливает уголь. Будем шашлык делать. Три шампура взяли. Сейчас, как начнем готовить, я вам покажу. Такие дела. Сейчас, короче, искупались. Ильдарик пошел в баню. Сейчас он выйдет, я засниму его немножко. Баня бешеная, градусов 150, наверное, уже. Чёрпится. Но потом холодно. Озерко такое. Где он там, а? О, Ильдарик вышел. Чё, жарко? Давай, беги в воду. Вон Ильдарик моется там. Ильдар! Короче, пофотографировались. Сейчас идем по речке с Ильдаром. Он говорит, хватит снимать. Да, хватит видео. Вот идем. Мы как путешественники. Фотографы-путешественники. А что там? С камеры не упади. А, не упаду. Беспокоится Ильдарик. А Ильдар, а если бы моя камера была, ты беспокоился бы? Нет. Я бы за фотки беспокоился. Которых не будет. Вот Ильдарик, а. Так, ребят, там вы уже поняли, да, что находится? Это как вообще озеро? Как-то называется или что? Никак? Давай, пошли подальше. А? Ну все, прекрасить. Нет, сейчас подожди, покажу самое интересное. Короче, ребят, вот примерно вы поняли же. Ой, красота-то какая. Короче, это Абхазия, курортный город. Как Ильдарик? Пицунда. Мы приехали. А? Памятью беда. Да. Здесь вроде тоже, но молодежи, как обычно, мы не видим уже несколько дней. Да ты вот вечно, такие моменты. Чистота какая. Кристальная вода. Давай, Эльдар. Вода как чище, чем... Чем и такой, да. Чем Сочи, да? Ну, Вадлер, да? Да? Ну ладно, ладно. Ты как обычно нет, говоришь. Ну чище скажи просто. Да. Вон твои собаки, которых ты испугался.